получат дипломы и подарки победители конкурса детского рисунка, посвященного животным. Он сейчас проходит в Иркутской области. Что нужно, чтобы стать участником творческого испытания, узнаете далее. В 7 лет Диана Варфоломеева уже умеет заботиться о других. В ее семье живет стаффордширский терьер Нюша, за которой и ухаживает девочка. Кормлю мою миски, наливаю ей воды, играю с ней. Портрет любимой собаки Диана решила отправить на конкурс детского рисунка «Мой питомец. Моя ответственность», который проводит служба ветеринарии Иркутской области. Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения нравственного и гуманного отношения к животным, а также недопущения жестокого обращения к животным. Отношения к животным складываются из семьи. Дети видят, как родители относятся к животным, неважно, домашним или уличным, и полностью копируют поведение родителей. К участию в конкурсе областная ветеринарная служба приглашает ребят от 4 до 14 лет со всего региона. Главное условие – выразить свое доброе отношение к братьям нашим меньшим. Рисунки принимаются до 15 января 2024 года. Приносить их можно на государственные станции по борьбе с болезнями животных, адреса которых есть на сайте службы ветеринарии. А 16 февраля будут названы имена победителей конкурса. Ребят ждут дипломы и подарки. Анастасия Коростелева, Ольга Полянская, Владимир Пинаев. Новости по будням.